Все стало темно. Ух, его! Всем привет, и мы в горы с мода. И да. Это какая-то карта, как она называется? Escape Your Dream. Да, все, мы начинаем. Посмотрите, Escape, один Escape все время. И что? Я нажал, и что? Может, какая-то троллинг, может... Воу, чё? Ой. Упала какая-то палка. О, нет! Потолок, потолок, подожди. Что делать? Что делать-то? За диваном, за диван присядь. А, все. Блин, уже до начала. Пила какая... Офигеть. Это, видимо, как-то одному осталось. Вот это мы... Так, давай, иди. А почему она её так прологнула? Воу. Она что-то подлагивает, ничего себе, нормально. Воу, ты прыгни, какая-то гравитация. Вау. Тихо-тихо. А, это типа сон. Йо! Ты будешь... Кстати, мне один раз приснился скример. Было такое дело, ну ладно, пойдем. Пошли сюда. Кстати, музыка знакомая, подожди, откуда это? Мне, кстати, не страшно, я Терминатор. Но Терминатор тоже умереть может, если тут будет лава. Вау. Откуда музыка? А, из Амнезии, блин. Пошли. Опа. Ох, ё-моё. Телевизор, кстати. Слушай, музыка, как в Амнезии, как будто мусор нападает. Смотри, какие черепки. Это нестандартные. Блин, у меня всё лагает, господи, я не знаю почему. Кирка! Кто-то Майнкрафт переиграл. Офигеть, а откуда такие текстурки? Они что, прям с карты придут? И мы же как бы это ни в одном движке не скачем. Тут с карты. Текстурка. И что делать? А, может, что-то есть там, поискать надо? Я подобрал... Может, типа... а если сломать? О! Пошли. Я иду. Такая белая это. Обернись назад. Блин, а? Ты слышишь звук? Да-да-да. Это из Амнезии монстра где-то тут ходит. А прикинь, реально ходит. Вот это будет жопа. Ай! Я испугался. Иди вперед. Я испугался. О, тут какой-то. Тут какой-то путь. Не ломается. Там это не ломается. У меня какой-то путь, иди назад. Слушай, мне страшно как-то. Джон Коннор будет спасен. Я сломал. Я уже почти долез. Так, стоп. Они цомите на... Огонь. Подожди. Куда? Сука! Опять мужик вылетел. Боже, давай сюда пойдем. Куда, в огонь? Огонь. Вот то... Ой, а я тоже хочу с собой. А меня? Ты где? Я вернулся назад, походу. А меня не телепортировало. Ай! Так, я вот так понял, что тебя там хана пришла. Там ключ в огне, надо его достать как-то. Ага, вот оно что. Блин. Ладно, не получилось. Ты спалился. Поза фиговая была. Осторожно. Ух ты. Что это? Это так должно быть? Что-то этого я не помню. Да, блин, кровати. Слушай, как можно достать ключ? Ну как? Может, как-то потушить огонь можно? Потому сначала. Что я туда заходил и бесполезно было. Мне кажется, надо сначала найти что-то, чтобы потушить огонь, а потом... Окей, пошли. Тут сюда вначале. Давай. Фу. Чё, гравитация? Без понятия. Гравитация и FPS дуплит. Почему? Ух ты, иди сюда. Что такое? Где пожар? Подойди-ка сюда. Иду. Посмотри, там кто стоит. О, здорово, мужики. Вот сиди там. Так, а ты здесь сюда посмотрел? Или что? Или тут может что-то... Ну так, посмотри чуть-чуть. А что за компами? Вау, смотри, что на стене появилось. А этого не было? Вроде бы нет. Окей. Или я пропустил? Наверное, что за коробку. Там есть. Трупак. Все? Подожди, Сань, вот эта вот дощечка была около камина. Может, ее тоже захватить? А, давай. На всякий случай, потом мало ли, может, ее в костер надо бросить будет. Иногда я стул возьму, тоже спалю ее. Спалю стула. Я тогда оставлю вот здесь, на мусорках. Пошли, я попробуем. Возьму. Хотя не, пошли. Я одну дощечку там бросал в костер. Заперто? Ну, сюда... А, не, можно пройти. О-хо-хо-хо. Кто сзади орёт? Вот тут двери орал. Ой, мист... Сюда, наверное, ключ. Надо ключ, наверное. Наверное.
Опа. О. Так. А вот и я. Здрасте. Кстати, там есть дверь, и там шкаф стоит. Надо его разломать будет, тоже сходить потом. О, мои любимые места. Блин, музыка замузика, вот сейчас монстр придет. Что-то жопа какая-то. Будь это Silent Hill 3, это бы тут все покрылось уже жижей. Дверь какая-то. What the fuck? О-хо-хо-хо! Давай я подойду. Хотя ладно, ты уже подошел. Да ё-моё! Монстр гудит где-то. А, снова дощечка! Эти дощечки определенно нужны. Открой мне дверь. Опять она! Я слышал себя. Слышу себя. Что, я не разбираюсь. Микрофон меня подставил. Я понял, я что-то. Звуки такие страшные были. В общем, смотри, я нашел дощечку. Еще одну. И, кстати, мы еще не провели одну комнату. Стой. Ай! А, уйди! Оно с тобой лезло. Подожди, мы не провели одну комнату. Зачем ты. Зачем ты за мной что-то поставил? Мне нужно это. Как мы проверим эту комнату, если она закрыта? Смотри. А, ты про эту? Вот про эту. Опять дощечка сверху. Nothing. Ничего. Здесь ничего. Что-то подозрительно как-то. Пойдем, сходим. Ладно. И чё? Действительно ничего. Ладно. Это, видимо, не шутка. А я иду, иду, иду с этой дощечкой. Ну там еще одна дощечка. Кстати, доски железные по звуку. А куда их? В костер, наверное. Я их в костер бросал. Последняя осталась сзади. Мне кажется, их надо было на пентаграмму или на фа... Не знаю, что-то не то. Блин. Ну, я по логике действовал. Не знаю. Можно их обратно вытащить. Кстати, да. Так, что же дальше? Блин, ну ключ прям лежит там, ну ё-моё. Как же его достать? Дощечки явно неспроста. Чё ты как... Тем более текстурка другая, и их 4 штуки одинаковых. А может, надо было тебя убить? Да блин. Слушай, Миха. А? А может... не знаю, что даже. Так, о! Сейчас... Не, блин, показалось. Я просто пытался к пентаграмме вывести, типа, это... линейку из дощечек, но, видимо, тоже не получается. Later missing wonder planks and the fixed it. Понял! 5 планок! Все, а мы поняли. Нашел пятую? Или это специально написали? Я понял, нам нужно их нести куда. Я понял, куда их нужно. Ну, нести. Во-первых, у нас их 4, а не 5. Пятую мы найдем. Найдем. Ну что, ты куда их нести? Давай, показывай. Пошли, бери одну. А хотя бы будем так кидать. Я пройду. Ты пройду. Пишите ваши комментарии, что вы хотите я видеть в Гаррис моде, ребята. Пишите. Да, кстати. Мы можем не только хорроры снимать. Мы можем и режимы разные снимать, что, кстати, будет в будущем. Да, в будущем. А мы и так режимы всякие снимаем. Мы хотели FNAF 4, в общем, списать Гаррис мод, но что-то, кстати, видимо, FNAF судьба. Freddy мы, походу, даже переснимем, потому что там появился этот режим FNAF Freddy. Ну да, ну он появился, но надо попробовать будет, в принципе. Надо попробовать или первую, или вторую. Я же две версии пока.
Насчет четвертого, мне кажется, четвертое будет делаться. Кстати, по поводу Alien Isolation, он до сих пор пока не обновлялся. Mm? То есть я про карту Гаррис Мода, а не ну, про я игру понял. Саму. А то подумают зрители, игра, игра. Вот там планки, вот тут именно сюда нужны какие-то планки. О, одна пошла. А, это типа лестница у нас, блин, как. А может можно из четырех запрыгнуть будет? Так, давай я. Ай, не получится. Или получится. Опа. Там получится вылезти? А-а. У меня не получалось. Видимо, все равно придется 5 штук нести. Ищем. Каждую комнату так, ищем. Так, где мы еще не были? Почему? Вот, может, в этих туалетах пропустили? Опять этот медвежонок сраный. Медвежонок? Или кто он там? По-моему, это какая-то котятка или хер знает. Бабушка. Бабушка? Ладно. У каждого свой взгляд на картину. Так, почему вот эта странная комната? Тут тебе пишут, ничего нету, ничего нету. А может тут что-то есть? Я знаю. Сюда нужно положить куклу. И... А на ее можно взять? Можно взять. Это будет жертвоприношение. Смотри. Давай. Вот видишь. Блин, ничего не сработало. Где же пятая штука? Думай, Миха, думай. Да, я думаю. Но у меня вот эта комната, конечно, где написано, здесь ничего нет, это очень странная комната. Мне кажется, пятая штука будет... Подожди, где а огонь? Это что? Что? А это что? Вот она, дощечка. Где, вот где, сюда где? Не заходили. Вот даже сразу зайди, какая комната интересная. Где ты? Выйди, выйди, я не вижу тебя. А, о, вижу, вижу. Смотри, идем за мной. Вот тут есть комнатка. Вот. О-о-о. И там, где анимешная баба держит дощечку, можно взять, взять ее. Дощечечку. Пошли. Давай. Ну ничего, так эпизодик. Ну да, неплохо. И действительно, кстати, скримеры пугают. Ну да блин, давай прыгай уже быстрее. О, вот теперь можно. Это был скрип. Слушай, это на кровососа похоже, по-моему. Со скелетом на голове. Кстати, да. О, давай каждую дверь. Давай. О, закрыто? Закрыто? А, это тоже закрылось. Блин, это закрылось. Там какой-то мужик. Может, поможем ему? Hello? Смотри, у него под ногами кровосос. Эх ты! Вау! Какие вы няши! Вы посмотрите, глаз. Чей глаз? Кто на нас смотрит? Это ж зрители, зрители, глаз. Боже, какой у вас красный глаз, зрители. А зачем убьем глаз зрителей? Это как-то Пойдем странно. Отсюда. Не, подожди, фак. Дверь есть. Здесь дверь есть, открытая. Дверь есть, иди сюда. Пошли. И здесь значки выхода. Я провалился. Сюда. Во. Же. Огнетушитель был? Не знаю. А, так это ж, наверное, огонь надо потушить им. А, точно. Вот. Идем. Какая тут пошли тень? Отсюда. Капец. И потом мы откроем дверку. Ну вроде бы эпизодик ничего так. Ну да. Возможно даже получше, чем Chapter 2 будет. Ты до сих пор вспоминаешь. Не, Chapter 1 это был, да, классный был. Что за звуки? Кто здесь был? Terminated. Миха, может это твоя знакомая на картинках? Ну а чё, она борщ ест какой-то? Давай, туши огонь. Так, туши. Ладно. Бери, я потушил. Я беру ключ. Давай. Тебе доверили ключ. Пользуйся. Это ключ от моей системы. Прикинь, так комп включать ключом. Не, я про терминатора говорю. Ну можно и так. У меня повреждений еще, блин. Сколько? Ты вообще где побывался с такими повреждениями? Ну как где? В аду. В воде? В аду.
аду. Ну можно и в воде. Quake 4 просто запускал и там. Или Doom 3. Quake 4. Или Doom 4. О. Билось ли в конце концов... туннеля? Ой! Я бы не хотел в таком туннеле оказаться. Все... Да. Ой. Ты и достал, а? О! Вау! Комп. Что написано? Выйдите из оригинального Lexmark Inc. Что? Слушай, у нас USB-шка соединилась, что делать? Ничего себе тут это сетевые штуки. По-моему, это для сети типа. Сломай! Там что-то есть внутри одной. Книжка. Какой большой шкаф. Ничего себе. Сань, погоди. Там есть шкаф большой. Музыка знакомая. В нем что-то есть. Музыка знакомая. Знакомая. Курсы стрит. Все стало темно. Ух, ё! Так. Закрыто. Баночку надо достать, Миха. А как мы ее достанем? Ты сможешь туда? Блин. И что с ней делать? Может их туда положить, в эти штуки? Типа книжка. Что-то еще может быть. Фиг знает. А книжку назад тогда положи. А книжка там другой, по-моему, лежала. Ну ладно. Йо. Не, что-то книжка обратно не хочет. А что если еще раз открыть? Что будет? Блин. Походу микрофон умирает. Фигово, кстати. Я не знаю, что делать. Ты тут стоишь, ничего не делаешь. Не, я засунул, я нажал еще раз, там вылезла косточка. И баночка теперь. Не, я делал все, вот. Может теперь... Вот! Что-то открылось, по-моему, нет? Вот книжка еще валяется. Блин, ну я вроде все засунул, то, что можно. Еще баночка. Опа! Опа, что это? Это вот сюда. Опа. Там еще одна книжка. Да ё-моё. Да ё-моё. Я понял, книжки надо на полку назад. Смотри. А-а-а, так давай тут те доставай, пока я туда стану. Оп. Раз. Все, я красную ставил. Синяя где-то тут тоже вроде была, нет? Ага. Синяя. И? Ну. Нет, что-то ничего. А нет, есть что. Опа. Ой! Вот тут подстава. Да сволочь! Капец. Ух, ё! Так вот реально подумаешь и кнопку сразу... Я сюда пошел. Иди отсюда, иди. Я сюда пошел. Ой! А ты убить её можешь? Она не дает, да, нам пройти? Понятно. Give me. Ты уверен? Смотри, вот что тут... Give me damned food. А, дай мне еды, она говорит. Я типа голодная. Я хочу что-нибудь... А, я ненавижу есть... Кого? А хит? Что такое хит? Ты поосторожнее, она что-то не любит. Будет кушать? Нет. Принеси ей баночку, что ли? Может, она баночку сам будет? Принеси. Принеси, подай. Уходи, не мешай. Уверен. Блин. Миха. А, несешь? Иди за... Ну, возьми и ты еще какую-то банку. Да, банки может, возле... будет достаточно. Вот, банки валяются. Вот, смотри, тут возле стула. Возьми. А, вижу. Я имею в виду, может быть, там еще, которая для питья, баночка. Я возьму одну. Так, ну что, попробуем? Может, будет она? Будешь? Нет, что-то не хочет она. Банку. Попробуй пить дать.
Да что ж такое-то? И что ж стало с ней делать? Да дай пройти. О, тут что-то появилось, это мне кажется. Ага! Че, она что-то дала нам? А как ты залез на нее? Подошел к этой и нажал Е. А, вот оно, что, ничего себе. Стоп. Че, тупик? Пишет стоп. Да он... Че ты там не ешь, что ли, стоп? Да, да я моё, застреваю. А Миха злой, Миха злой. А Саня прям добрый такой. Да. Тут как-то странно все, блин. Наверху камень, внизу тут пол, плитка, а по стенам железо. И мусор. Эрвин Холм. И у тебя 18 хп. Не буду. О, арбуз. Она арбуз будет есть. А! Может надо туда арбуз положить? Ну да. А! Заткнись, телевизор. Неси арбуз. А куда его нести? А, ей покушать надо. А! А я лопату возьму. Убью ее. У меня сейчас 20 FPS. У меня то 15, то 20, то 134, то 72, то 74, то 73. А прикинь, ты сейчас будешь с арбузом, и арбуз на упал. И упал. Это будет зашибись. А как я, кстати, залезу, если он вроде на Е нажимается, чтобы залезть? А вот это вот я не знаю, может как-то переправить арбуз, может. Перекинуть, но блин, опасно как-то. Ну подожди, дай, оно если один. А не залезешь уже, да? Или залезешь? Вон он, да, кинь мне арбуз. Давай. Ты можешь его отсюда? Я боюсь его тебе кидать. Тихо. Не можешь его взять? Да подожди, а опусти его как-то ко мне. А ну дай на мне арбуз. Да отпусти ты его. Я отпустил его. Он падает, сволочь. Офигеть. Он, кстати, пропал. Мне кажется, он будет вначале. А, он, наверное, появится, да? Да это капец какой-то. А там кнопка не открывается, да? Никак. Ну, ага. Нажми кнопку, она у меня не работает. Он Екс. Ничего, никам. А, не подходи, не подходи, не подходи, что ли? Так ты там арбузик принесешь, да? Сам принеси. Ну ты уже залез, я сейчас полезу и перекрою тебе путь просто. А арбуза-то нет? О-о-о. И что же делать? Они есть. А, есть? Попробуем его просто кинуть, может получится. Ты там чё, грейпушечкой пользуешься? Так я иду, блин, Миха. Нет, ты там чё, грейпушечкой пользуешься? Правильно написано, не надо пользоваться. Ой! Я голодная, дай мне еды. Дай мне чертовой еды. Да бля, арбуз упал. Иди и принеси арбуз.
Ладно, моя очередь. Да. Я хотел его перекинуть. Будет. Перекинуть хотел. Так, давай, знаешь, как поступим? Иди лезь на ту сторону, если что, поймаешь арбуз. Охота за арбузом, блин. Нафига тут лопата лежит, которая мешается, кстати. Миха, какой же бесячий звук там. Я иду, я уже с арбузом иду. Вот я уже около лопаты с арбузом. Лопата с арбузом, арбуза с лопатой. Почти дошел. Было бы прикольно иметь бесконечные арбузы. Так, ну что, я готов кидать. Нет, я имею в виду, что ты туда дошел. Или не получится. На, попробуй его взять. Читраст. Ну ты хитрый вообще такой. А вдруг она не будет арбуз еще? Сожрала арбуз. А, она, наверное, ненавидит арбузы. Поэтому она от них дохнет. Поехали. Ну! Ну езжаем. О! Господи, опять FPS проседает. Все, Терминатор Salvation начинается. Escape End. А, понятно, закончилось. To be continued, selected for playing. Wow. Ой. Не, ну ничего, неплохо. Всем пока.